Я заняла 3-е место в Международной олимпиаде интеллект. Я участвовала в ней в первый раз, и для меня это огромное достижение занять 3-е место среди 5-х классов. Когда я делала задания, они мне показались очень сложными, и у меня даже не было надежды занять какое-либо место. А когда начали объявлять фамилии, я даже держала пальцы, чтобы хоть какое-то место занять. И это помогло. Я заняла 3-е место из-за этого. И когда объявили мою фамилию, я очень сильно радовалась. Ну, прям выдохнула вот так.